В наши времена был один из известных журналистов. Его на Тверской прикрутили скотчем к столбу и газетой заклеили всего за какую-то статью. Он подумал, что это из-за «Руки вверх». Что он писал про нас, значит, плохо, и написал: «Все, бандиты из «Руки вверх». «Руки верховские». Потом он узнал, кто его, значит, это сделал, и не из-за нас, понятно. Вот это было нормальные скандалы. Вот это, знаешь, люди не, вот не церемонились. Скажи, масштабы были, да? Конечно. Хрюкало, разбил. Потом он подождал, молочком дал, ключицу сломал. Радость, здесь крови. А сейчас что? Написал: «Ты пидор». Он: «Ха-ха, спасибо». Раньше это только начинало звучать, у тебя уже все, ноги во рту у человека были. Ты уже... На три буквы ты уже... Времена изменились, калибры стали меньше, уже и подраться нельзя.